Всем привет, YouTube привет. Продолжение. Вот эти грибки мы потестили. Один вот такой борщенький отломился. Ну, я думаю, что скорее всего это брачок. Такое бывает. Ну, как бы цена этих грибков невелика. Как говорится, невелика потеря. Сейчас хочу попробовать, как вот эти грибы работают с пупырышками. Вот, три штуки вот этих и вот этих попробуем, потом дальше снимем. Особо времени много нет, поэтому я вот так буду по частям снимать, выкладывать, и потом, так сказать, люди сделают выводы, надо им такие грибки покупать, не надо, следующие вот эти будут. В общем, будем посмотреть. Сейчас первым делом надо их обезжирить. Процедура стандартная. Вот такой бензинчик. Я отвечу, вопросы задавали, где вы покупаете. У нас есть такие магазины, называются Радиолавка. Там и паяльные станции, и припои, и, в общем, все такое, что связано с электроникой, с пайкой. Вот там различные, так сказать, радиотовары продаются, радиолюбители еще не перевелись и активно покупают. Вот в одном из таких магазинов я покупаю такой бензинчик. Стоит он там в пределах, по-моему, 125 рублей литр, что-то вот так. Я не помню точно, потому что я все беру с запасом. Не один флакончик, а 2, 3, 4, 5 взял, и чтобы не бегать, не искать. Пусть лучше в запасе лежит. Ну, начинаем. Вот так вот грибки наши будут купаться. Полностью они погружены в бензинчик. Пусть они тут немножко покупаются. Минут 10-15. Вот, если на них какие-то там есть налет или что-то, какой-то мусорочек или еще что-то непонятное, как говорится, ненужное нам. Вот, все это отойдет. Но грибочки чистые, с виду во всяком случае. Но я всегда так делаю. Вначале отмываю их, чтобы они отквасились и были чистенькие. Этап. Вот у меня спиртик есть. Я им обезжириваю поверхность. Протираем, высыхает все это. Чтобы было тоже чистенько. Никаких ненужных налетов не было. Гараж есть гараж. Тут все что угодно может быть. И масла, и испарения ненужные. Вот так. Сейчас пистолет входит в режим, клей все тот же, каким я и пользуюсь. Клей Акфикс турецкий. Сейчас будем пробовать клеить. Готово. Начнем вот с этих грибочков округлых и потом попробуем овалы. Посмотрим, как они тащат. Опять же, повторюсь, ножки у них потоньше, чем у грибочков, которые я до этого использовал, поэтому особо сильно тянуть не надо, я думаю. Вот. И края у них, у этих грибочков тоже такие, они мягенькие. Вот. В пальцах их можно сжимаешь, они подгибаются, края. То есть довольно нежные. Посмотрим, как они себя сейчас поведут. Вот наша поверхность, она довольно-таки ровная. Так сказать, небольшое место, полигон для испытания у нас есть ровненький. Вот на нем мы и начнем. Где-то минута. И вот берем, отрываем. Есть один. Следующий. Третий.
Вот так вот получилось у нас. Они довольно-таки легко отрываются. Сейчас посмотрим, что тут они нам подтянули. Я так понимаю, что это не силовое, а слегка надо, когда плоскость приподнять, очень чуть-чуть, очень мягенько. Для этого вот они и нужны. Когда не надо задирать тут большими площадями и прочее. Ну, как я, собственно, и думал, так и получилось. Вот они плавненько-плавненько нам поднимают. Когда не надо очень много поднимать, а надо слегка плавно, допустим, какие-то небольшие плавные вмятинки приподнять. Вот, ну что сказать. Очень хорошо. Теперь мы возьмем вот эти вот овальчики с прорезями внутри и попробуем их, что они нам покажут. Вот, приклеили мы грибочки. Ждем, пока они слегка замерзнут. И опять же, слегка понянчив, отрываем. Они прям таки легко отрываются, без каких-либо, скажем так, усилий. То есть, наверное, за счет вот такой подошвы они очень мягенько работать будут. Клей прям хорошо держится. Ну, что и требовалось доказать. То же самое, они более мягко, более аккуратно работают. Вот. Но тем не менее, как мы можем видеть, и вот это, и вот эти вторые части, вот она, прекрасно все видно. Они очень мягко, аккуратно приподнимают металл. Я считаю, что очень удачные грибки вот эти. Иногда не надо сильно приподнимать, и скорее всего вот это покрытие, вот эти пупырышки, они предназначены для того, чтобы сильно не вытягивать. Хотя в принципе вот эти пупырики, они как бы значительно увеличивают площадь сцепления. Но за счет того, что у них мягкие края, вот, я так думаю, они плавненько отрывают все это дело и не тянут сильно. Я считаю, грибочки очень даже хорошие. Пригодятся. Вот еще одни у меня есть грибочки из этого же набора. Они у нас такими тоже пупырышками, размер приличный, как мы можем видеть. Сейчас я их тоже обезжирю и то же самое приклею, посмотрим, что они нам скажут. Решил я все-таки все грибки дотестить уже до финиша. Вот залил остальные из этих двух наборчиков и сейчас уже, так сказать, единым одной киношкой, пусть они тут отквасятся, и потестить их, посмотреть, что они, как они работают, чтобы уже закончить эту тему, потому что вот эти мы уже испробовали, и не растягивать это дело, так сказать, надолго, вот, и уже сделать, посмотреть, как они тащат металл. Надо сказать, вот это металл толстый, еще
тех времен. Это где-то 2-3 года с ML-ки капот, с Мерса. Металл тут толстый, упертый, не такой, как не папиросная бумага. Вот, посмотрим, что они нам скажут. Продолжаем. Сейчас вот эти грибочки. Но я так подозреваю, что вот этот сюда не подлезет. Вот, придется использовать вот такой вот мини-лифтер. Нюслевский. У него как раз разлет ног будет соответствовать. Вот иногда и он, как говорится, пригодится в работе. Вот. И эти грибочки тоже, я так подозреваю. Нет, эти помещаются. Но в данном случае сюда, по-любому, на такой мини-лифтер они подойдут. Так что сейчас будем пробовать вот таким нюслевским таскать эти грибочки. Посмотрим, что они нам покажут и подскажут. Вот я приклеил эти грибочки. Выждал примерно минутку. Чуть надо подтянуть. И открываем. Первый пошел. Второй пошел, отрывается мягенько. По идее, я так понимаю, что вот эти грибочки из этой посылочки, они как бы работать будут мягенько. Естественно, предназначены для тонких металлов, скорее всего. Вот. Для небольшого, так сказать, подъема вмятины. Вот. Ну, мне, например, это дело нравится. Вот, потому что иногда бывает как бы сильно. Ну, вот мы видим, все справились. Но а что самое интересное, вот здесь у нас был большой грибок. Он не так и сильно отодрал. Вот средний грибок, который вот меньше его, у него длина побольше подъема. И самое сильное, и самое высокое, в принципе, выдернул, это вот этот крайне маленький грибок. Так, есть. Дальше что? Ну, дальше, наверное, между ними расположим вот эти вот грибочки. Вот эти треугольнички оставим на сладкое. Вот, я между ними вот в этом промежуточке сейчас подклею вот эти грибы. Еще раз повторюсь, они вот такие вот неровные, края у них загнутые. Вот на этих грибочках, как мы видим. Вот таким образом. Вот. Вот эти грибочки сделаны овалом небольшим. Вот, то же самое. Ну, это похоже на то, как у меня есть. Тоже овальчик небольшой. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Очередные 5 грибочков наклеены. И начинаем по порядочку их потихонечку. Ну, не хочет. Ух ты! Прям серьезно. Ух ты! Жестко! Очень даже жестко отстреливается, прям видно, что потянут они очень серьезно. Вот это жесткие. Вот так. Сейчас будем посмотреть, что они тут нам подтянули. Судя по звуку отстрела и по напрягу, прям тянут они ой-ой-ой, как сильно. Вот.
Как я и говорил, вот эти грибочки с мягкими краями, они более мягко работают, что мне очень понравилось. Вот. Ну да, судя по шишмарям, вот если посмотреть, видно, что они потянули очень-очень серьезно. Особенно вот мы видим, да, здесь вот только намек. И здесь вот эти явно выраженные, вот эта полоса, да, тянут они прям жестко, жестко, очень сильно. Ну и что ж, на десерт остаются у нас вот эти вот грибочки, треугольнички такие необычные, особенно вот такой. Я таких грибочков не видел. Ну, посмотрим, что они нам покажут. Вот они, наши крайние испытуемые. И приступаем. Ух ты! Они вообще не хотят отрываться. Вот это да! Ну надо же. Вот так. Это тоже очень жесткие. И судя по звуку отстрела, мы слышим, что не хочет он. Вот. Не буду я насиловать, смысла в этом никакого нету. Порвать грибок, как и любое другое, можно что угодно. Вот. Очень жестко, очень сильно они тянут. Вот. Прям такие грибы очень серьезные. Вот. Это очень хорошо, так сказать, что есть выбор. Ну что, вот смотрим. Здесь интересненько так. Сейчас я попытаюсь снять, как эти треугольнички работают. Вот такие интересные получились. Здесь как бы вот, вот так, как треугольничком края. И здесь то же самое. Вот. Характерно видно. Как треугольничком вытянуты. Края у них очень даже хорошо тянут. Вот, я думаю, в каких-то случаях это дело пригодится. Надо будет потренерячиться с этими грибами. Сейчас я немножко по-другому лампу поставлю. Вот они. Да, выдрано прям хорошо. Сильно. Ну что ж, итог теста. Вот эти грибочки с мягкими краями работают мягенько, хорошо. Эти все, можно сказать, тянут как сумасшедшие. То же самое, вот эти вот грибочки, у них мягенькие края, вот видно, да, что подгибаются эти, вот эти. Они мягенько работают. Вот эти же все остальные тянут очень даже хорошо, жестко. Ну а то, что один вот такой грибочек черный у меня навернулся сразу, такое бывает, я считаю. Ну, это скорее всего заводской брачок там присутствовал, может пузырек воздуха или что-то попалось. Ну, в общем, такое бывает. Ну, извините, там на сотню грибков, если один бракованный попадается, допустим, мне, я считаю, это мелочи жизни. Вот, вот такой вот небольшой тест у нас получился. Вот. Всем спасибо за внимание. Ссылочки под видео будут выложены на эти комплектики. Вот. Кому будет интересно, могут посмотреть или же приобрести, заказать. Вот так вот. Как и обещался я, что... Интересно людям, я потестил, выложил, высказал свое мнение. Может быть, оно
неправильное, может быть правильное, это уже как бы время покажет. Ну, вот так вот получилось. В принципе, все грибы мне понравились, как они работают. Вот. И которые сильно тянут, и которые мягко, плавно тянут. Вот. На тонких машинах, на тонких металлах это будет очень даже хорошо и полезно такими грибами работать. Ну все, всем привет, пока-пока.